Греческие власти обратились к международному сообществу с призывом помочь в решении проблемы нелегальных мигрантов. Тысячи беженцев из Сирии и Афганистана буквально оккупировали остров Кос и требуют от властей предоставить документы, которые позволят им перебраться в более благополучные страны. Обратить на себя внимание, мигранты пытаются в том числе и силой, устраивая драки с полицейскими и местными жителями. Немногим лучше ситуация в соседних странах. Перевалочной базой для беженцев стала также Македония. Там мигранты штурмуют поезда, уезжающие в Сербию, откуда затем пытаются проникнуть в Германию.